Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края у себя на хозяйстве. Хочу показать вам кедры. Сейчас я почему-то решил посмотреть, хотел выставить их на улицу. Стал доставать, а орешков-то нет. Орешков нет. Хова! Фокус-покус. Все орешки тут мышки поели, сволочи. Надо вот это все дело просмотреть. Вон, все больше и больше. Ёлки-палки. Неужто у меня все с моими кедрами? Ох, вот сволочи, а. Ё-моё. Ё-моё. Сволочуги. Ну, ёлки-палки. Вот сволочи. Сгрызли все мои орешки. Твари. Ё-моё. Вот, ну, ёлки-палки. Да, суровая правда жизни. Так. Ладно, вынесу. Где увижу, что что-то есть, вынесу на улицу. Пусть, может, под дождиком. Там, наверное, снесет. Не знаю, куда поставить. Ветер такой. Ё-моё, на солнышко бы куда-то. Ладно, пока здесь попробуем поставить. Посмотрим, что из этого выйдет. Вообще сволочуги. Все орехи погрызли. Твари. Все поворовали. Вот мыши, а. И я как-то упустил этот момент с мышами. Не думал, что так все получится. Сволочи. В общем, вот так вот. Блин, Олег, прости, пожалуйста. Ну, вот так вот получилось. Похоже, что кедра у нас не будет пока. Может, что-то выйдет. Ё-моё, хотел лес целый посадить. Сейчас похоже, что ничего не посажу. Ни лес, ни мес. Ничего. Фига, все орехи съели. Падал. В общем, так вот. Ладно, уважаемые подписчики. Гости, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока.